В Губкинском продолжается подготовка ко дню дублера. Цель проекта – привлечь молодых перспективных людей к решению социально-экономических проблем, участию в общественной и политической жизни города. В настоящее время проводится последнее совещание управляющего состава города с дублерами. Каждый представитель органов власти применяет свой подход в работе с активистами. О том, как проходила подготовка дублера главы города, нам рассказал Сергей Бурдыгин. Первая встреча начиналась с основ, что такое местное самоуправление, что такое 131 федеральный закон о местном самоуправлении, какие основные направления работы администрации, что такое бюджет, как с ним работать. И заканчивая, вот сегодня обсуждали уже конкретные там текущие моменты, рабочие какие-то вопросы, с которыми ежедневно сталкиваемся здесь в администрации. В день дублера представители активной молодежи города примерят должности руководителей администрации. Юлия Кильдиярова, будущий дублер главы Губкинского, с волнением ожидает предстоящие мероприятия. Я на самом деле представляю его очень-очень насыщенным. Наши кураторы, глава города и его заместитель уже каждому из нас подготовили план, и мы примерно уже представляем, как он будет проходить. То есть я знаю, какие будут совещания в этот день самоуправления, и мы с главой уже готовимся к ним. Напомним, день дублера пройдет 18 октября.